Символично 85 кустов вечнозеленой лавровишни в честь 85-летия Краснодарского края было высажено вдоль центральной аллеи, которая ведет к основным локациям и точкам активности парка – детской игровой площадке и зоне воркаута. По поручению главы города мы разработали план мероприятий и много акций, посвященных именно этой дате. И сегодня здесь, в парке, который открылся 5 лет назад в честь 80-летия, образование Краснодарского края, мы традиционно сажаем зеленые насаждения. Школьники с удовольствием приняли участие в высадке растений и были рады, что внесли свою лепту в облагораживание парка, рядом с которым живут и учатся. Подростки уверены, что природе всегда нужно уделять особое внимание. Мы часто здесь гуляем, занимаемся различными физическими тренировками. Да и, в принципе, нам очень нравится этот парк. И мы хотим, чтобы с каждым разом он улучшался и становился все более лучше и красивее. Через несколько дней на главной парковой аллее будет установлена памятная табличка, на которой будет увековечена дата этой знаковой акции. Асаль Тулегенова, Александр Киреев, «Время новостей».